сегодня особенно паршивая. Возможны несчастные случаи. Так, вот такие у нас дела. Не знаю, коэффициенты большие. 2, 3, 3,5. Попробую поработать. Конечно, это не очень безопасно, поскольку у нас объявлено предупреждение о... Смотрите, что-то с нашим даже ящичком случилось. Так, тут я все поправил. Объявлено то, что затопленная эрия потапливает Норфолк. Но сейчас все посмотрим, поскольку мне надо сделать 31 поездку в лифт ИЦ, но сейчас такой дождь, что, конечно же, я не хочу. Это сейчас уже прекратился. На самом деле был, смотрите, что тут творится. На самом деле был очень-очень большой дождь. Ливень гремело так, что аж страшно было. Дом трясся. И я знаю, что много улиц затопило, по-любому. В связи с этим не все хотят выезжать на работу. Во-первых, я думаю, что трафик большой. Во-вторых, затопленные районы. Смотрите, вот улица. На эту улицу стекается вода. Я не знаю, как вам видно, не видно. Можете посмотреть. То есть это все вода. Коэффициент 1,2. Нет, мы не поедем на 1,2. Мы поедем на больший. Если мы не поедем на больше, чем, ну, то есть 2 и больше, то вообще я не вижу смысла работать. Просто покажу вам то, что творится у нас. Вот, уже уменьшается зона. Так, мы попробуем все-таки поехать туда, где... Ой. Попробуем все-таки поехать. Волна пошла. Тут реально очень глубоко. Значит, поедем попробуем поехать туда, где самый больший коэффициент. Сегодня что у нас? Сегодня еще и суббота. Сегодня все, наверное, хотят гулять, поэтому, возможно, получится что-то заработать экстра деньги на обычном Uber или на лифте. Сейчас, кстати, надо включить лифт. Там тоже должны быть большие коэффициенты. Вот смотрите, машины просто плавают. Но это сейчас еще нормально поехала, а та, которая поворачивала... Это вообще была жесть. Так, я забыл, кстати, еще взять крепление для камеры, поэтому придется все снимать с рук. Сейчас включаю лифт. Коэффициенты от 25 до 200. Конечно, мы будем брать только 200 и более. Само взялось. Ну, давайте попробуем, посмотрим, сколько минут ехать. Ехать нам 9 минут. Попробую вам все показать обстановку в Норфолке. То есть плавают на самом деле не только Украина, Россия, ну, города. Я знаю, что Левобережная в Киеве плавает очень сильно. Смотрите, вот она сейчас будет... А, нет, тут... Ну, вон, там люди балуются. Прям как в прошлом видео поляка. Смотрите, все затоплено. Норфолк. Подъезды к домам затоплены. Он, смотрите, просто даже не возвращается. Такая же машина, как у меня, ну, в смысле по проходимости примерно. Просто чувак понял, что туда лучше не лезть. Только вот на таких джипах, на Вранглере можно проехать там. А возле нас где-то, по-моему, взорвался трансформатор. Видите, тут такие небольшие трансформаторы висят на столбах. В Украине, честно говоря, такого, ну, не помню.
Но вот тут это частое явление, и бывает, что они просто взрываются. Я не знаю почему, это, наверное, перенапряжение, может... Напоминаю, это прямая трансляция, прямое видео из Америки, штат Вирджиния, город Норфолк, затопленные улицы города. Virginia Today. Гремело так, что мама не горюй. Но сейчас уже спадает этот циклон. Uber красный, но я его отключил, или он сам, наверное, отключился. Потому что я 3 отмены сделал. Ну, как бы несерьезные ребята, то коэффициент 1.2, то 1.3, то вообще без коэффициента. Тут он коллапс, они без коэффициента заказы дают. Блин, ехать, конечно, еще до этой девушки далеко, 4 минуты. Да, кстати, ребятки, забыл сказать важную новость. Я сегодня побрился, смотрите, какой я красавчик. Правда, красавчик? Лайк за это. Ау-ау. Вот заходит коэффициент 4.5, ой, 2.5. Но, к сожалению, нам придется его отменить и выключить Uber. Дальше приложение DoorDash предлагает войти в онлайн и зарабатывать плюс $3 сверху. Именно в моей эре, потому что наша эрия Норфолк затапливают самое больше, то есть не затапливают так Вирджинию Бич, не затапливают так Чесапик, который тоже находится рядышком, затапливают именно Норфолк. Старый город с плохими ливневками. Дождь все не прекращается. Маленький, но идет. Смотрите, тут хорошая улица такая, не затопила ничего. То есть очень даже много, мало воды, вернее. Может быть, тут дождь небольшой шел, не проходил так, как у нас там ближе к аэропорту. Так, мне надо написать девушке, что я подъехал, чтобы она уже выходила, потому что я еще могу ждать ее очень и очень долго. Сейчас прервемся на рекламную паузу. В общем, привез я женщину, девушку в аэропорт. Она стюардесса, работает только 3 месяца в аэропорту. И она переехала в Норфолк только месяц. Ну, в общем, прикольно так пообщались. Карта, как вы можете видеть, еще красная. Заработал я не так уж и много, $14, но я и проехал, в принципе, просто из-за того, что и езда такая более медленная. Все осторожничают. И я только ее забрал, начал выезжать на основную дорогу. Блин, заехал в такую лужищу. Хорошо, что... Ну, там пару водителей увидели, и они просто меня пропустили. А только я встал бы в луже, а так я, так сказать, проскочил. Все расступились, и я проскочил на сухой... Ну, не на сухой, но на безлужевую. Безлужевый промежуток дороги, участок дороги. Вот какие я слова даже знаю. Аж самому страшно. Так, смотрите, вот что у нас творится с зоной. Я ее тоже хотел. Вот. 1.6. Береги на 50%. Так, тут 1.6. Нет, давайте дождемся. Все-таки нет. Давайте попробуем дождаться лифта с большим коэффициентом. Но все равно я понимаю, что я протупил полчаса и мог до этого работать. Конечно, был жесткий дождь, но можно было кого-то найти, конечно, и коэффициенты, я думаю, такие же были большие. Сейчас они пока вместе еще держатся на таком же уровне. Просто надо заехать в правильную зону и получить заказ, не знаю, больше двух желательно. И повезти их куда-нибудь, не знаю, в Вирджинию. 20 миль с коэффициентом
2,5 было бы неплохо. Ну, локал тоже, в принципе, неплохо делать, получить за такую же поездку. Видите, оно обновляется, все обновляется. За локал поездку сделать, не знаю, баксов 10, тоже, в принципе, неплохо. Если она должна быть 3, а можно сделать десятку, конечно, супер. My friend John, Fox 5 Morning News starts. Look over there. And it starts right now.